Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор гидролизата миндаля. Гидролизат миндаля добывает методом гидролиза с расщеплением ядра миндаля наиболее полезные компоненты растительного белка. Протеины зерен миндальных орешков – это отличный компонент для домашней косметики, сделанный собственными руками. Гидролизат миндаля имеет очень незначительный молекулярный вес, поэтому его белки легко впитываются в кожу, насыщая ее полезными питательными веществами и восстанавливая поврежденные кожные участки. За его мягкие регенерирующие свойства используются в антивозрастной косметике для чувствительной детской кожи. Гидролизат миндаля также позитивно воздействует на волосы, которые повреждены под влиянием химических средств, окрашивания, укладки, солнца и мороза. Этот гидролизат относится к экспресс-средствам, которые быстро дают эффект от их применения. Косметические свойства таковы. Выравнивающий компонент, который подравнивает микрорельеф кожи, повышает ее упругость, обеспечивает здоровый вид. Гидролизат миндаля включается как в антивозрастную косметику, так и в косметические средства от растяжек. Не имеет возрастных ограничений по применению. Используется даже в средствах по уходу за новорожденными. Мощнейший увлажняющий питающий компонент, насыщающий кожу протеином и витаминами. Успокаивающий компонент, который используется для снятия раздражения и зуда, а также для устранения шелушений и покраснений кожи. Вот такой бутылочке мы отправляем гидролизат миндаля нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!